Всем привет, ребята! Вот очередное видео приобретение бампер M5 для BMW E61. Это просто сказка. В наборе идут для противотуманок. Здесь что у нас идет? А, это идет для крепление, чтобы машину трактовать. Здесь у нас это омыватели фар. Это для датчиков. Для М5 и для обычных. Это для поддержки омывателей этих переднего бампера. Так, решетка. Решетка в наличии тоже идет. Даже сверло специальное идет, чтобы рассверлить, если нужно. Просто шик, ребята. Вот куда вставляются, кстати, вот эти, значит, у нас. Ну-ка. Получается, вот это крепление одно. Хотите свои, хотите универсальные. И вот так оно вставляется. И, похоже, припаивается. Или так, неважно. И здесь припаиваются вот эти носики. Для М5 они более меньше диаметром тут идут. Это для М-ки. Здесь омыватели для бачка, да, все правильно это показывал. Теперь смотрим бампер. Все в оригинале. Все крепления на месте, все на месте. А теперь самое главное. Бампер. Готов к покраске уже. Вот так, посмотрите на это чудо. Это просто прелесть. Ни одной царапинки, ни одного. Это специальное крепление либо противотуманки, либо можно удалить для воздуховода. Здесь идет крепление, которое я вам показывал до этого, и для омывателя фар. Но сюда вставляются родные уже решетки. Все в комплекте, все в наборе. И все это мне обошлось 203 евро. Как вам такой набор? Бампер настолько мягкий пластик. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Пластик ABS полностью соответствует всем нормам. Гараж BMW за такой бампер просил 1300 евро. Ну, посмотрим. Когда установлю, покажу. Да, также мое приобретение, спойлер для этого бампера. Это спойлер для него идет снизу. Тоже вещь. Немножко был царапинами, подремонтировал его. Ну, посмотрим. В общем, кому нравится, ставите лайки. Что интересно, спрашивайте, напишу. Всем пока.